Если бы из всего королевского Непала можно было увидеть только одно место, я бы выбрал его. Сальба. Магическое озеро Дзакри. Туда не проложены трассы. И нет никаких признаков современной цивилизации. Там живут сказочные персонажи. Вот этой маленькой девочке, казалось бы, как вы думаете, не два, не три, не пять, а целых 17 лет. Путь в священное место буквально усеян артефактами. Но самое главное, этой тропой ходят они. Дзакри. А вот этот мужчина явно непростой. Намасте! Ами, патракар, русья. Дами? Дами. Он говорит, что он целитель. Дзакри. Последние волшебники королевства. Дзакри. Держатели древних знаний о стихиях природы. Дзакри. Могучие колдуны и опытнейшие целители. Дзакри приходит сюда только раз в году. На озеро Сальба. Месяц Байсак 2067 года по местному календарю. Мы отправились в будущее. А попали